В этом видео мы с вами разберемся, как получить легендарный автомат хвостов из дополнения «Финальная форма». Этот автомат можно получить и в экзотической версии, но на момент записи видео квест забаган, и есть большой шанс не получить его, даже если вы будете делать все правильно. Так что я решил не рисковать, не подставлять вас и рассказать отдельно о легендарной версии. Тем более, что ее тоже необходимо получить, прежде чем вы возьметесь за экзот, хоть об этом и не говорится в игре. А квест займет у вас несколько часов, так что даже в этом логика есть. Просто в комментариях и на стримах меня часто про хвостов спрашивали, вот я и решил рассказать все же, хоть и писал об этом у себя в Телеграме. Я, кстати, видел в комментариях много вопросов о том, как купить новое дополнение, как пополнить кошелек в Steam для покупки внутриигровой валюты и так далее. Так что сейчас могу ответить на эти комменты и посоветовать сервис, через который как раз эти вопросы можно просто решить. Заходим на сайт KupiCode, вбиваем логин своего Steam аккаунта, выбираем нужную сумму для пополнения, ну и не забываем промокод на скидку Triple Vibe. У сервиса самая низкая комиссия на рынке и так, а с промокодом становится ну совсем выгодно. И все, не надо никому давать свои пароли от аккаунта, что-то долго искать, все вот тут, в удобном интерфейсе. Если лень регистрироваться, можно через ВК или Telegram заходить, но для зарегистрированных пользователей на сайте кэшбэк еще действует на каждое пополнение и покупку. В каталоге можно даже найти те игры, которые недоступны в региональном магазине в РФ. Что мне особенно понравилось, так это то, что скидки на сайте синхронизированы со Steam. Например, есть в Steam скидка на игру, и на KupiCode на эту игру скидка тоже имеется. Очень удобно, если, к примеру, ваша игра из списка желаний попадает в акции в самом Steam. В общем, если вы еще не закупили серебра там или саму финальную форму, думали, как бы купить и где, ссылку на сайт оставлю в описании, думаю, многим сейчас это точно будет полезно. Теперь переходим к квесту. После завершения сюжетной кампании в финальной форме, локация «Бледное сердце» откроется вам как пункт назначения, и вы сможете его исследовать. Тут, как обычно, на карте вы можете увидеть отметки с расположением региональных сундуков, которые нужно отыскать в потаенных уголках на разных локациях. Вот с их сбора вам и предстоит выполнение квеста на хвостов. Из каждого сундука нужно получить часть утерянного кода шифрования, ресурса, необходимого для открытия сундука с автоматом. Нам нужно 15 собрать таких за весь квест, но из сундуков мы получим только 9. Так что давайте я сначала покажу их расположение, а потом расскажу, как получить остальные части кода.
Надеюсь, удобно показал. Поставь лайк, если инструкция была полезна. Собрав сундуки, что я только что показал, у вас должно быть 9 частей утерянного кода. Далее вам нужно навестить Мику-10 в социальном хабе. У нее вас должны ждать 2 квеста под заголовком «Выздоровление». Они направлены на то, чтобы познакомить вас с локацией и новыми публичными мероприятиями «Свержение». В первом квесте вам нужно открывать сундуки обычные, и, честно говоря, я сам даже не заметил, как выполнил его еще до того, как взял этот квест. Во втором вам нужно будет открывать сундуки «Свержение», то есть сундуки, которые появляются в конце прохождения любого из типа ивентов «Свержение». Так что если вы увидите где-нибудь значок публичного мероприятия, выполняйте его. Затем открывайте сундук. После того, как вы заполните шкалу в квесте «Выздоровление зелень», следующий этап попросит пройти кисту «Танец клинков». Кисты — это что-то вроде мини-подземелий с разными простыми механиками. Отмечайте ее на карте, отправляйтесь к ней, и на месте вы заметите птицу, за которой вам нужно направляться. Она приведет вас в конце концов к стене, запечатанной рунами, разбив которую вы попадете в саму кисту. В «Танце клинков», например, вы используете мечи улья, чтобы разбивать защищенные полем кристаллы, а также пробивать себе путь. В конце миссии сразитесь с 3 боссами стражей улья и заберите призрака на месте гибели последнего противника. С ним вам нужно вернуться в последний город, в комнату с терминалом Мики. Она называется оранжереей, и призрак тут выступает в роли семечки. После говорим с самой Микой, забираем награду, и еще она тут даст 2 квеста. Первый — это экзотический, выздоровление бутоны. Он нужен для получения другого оружия. Мы разберем этот квест в отдельном видео, так что подпишись на канал, чтобы не пропустить его, ну и колокольчик поставь. А второй квест называется «Один во тьме». Вот он-то нам и нужен сейчас. Этот квест проведет и разблокирует вам все 6 кист локации «Бледное сердце» по очереди. Для начала квест отправит вас на поиски пропавшего призрака, что очень просто сделать. Выделяете квест, идете к точке пометки на карте и находите лежащий на земле призрак. Затем вам нужно будет открыть еще больше сундуков нового публичного мероприятия «Свержение» в указанной локации, например, «Цветение». Это долгий процесс, но в целом мероприятия простые и с интересными механиками. А затем, когда вы заполните шкалу прогресса этого этапа, выполняя задание активности «Свержение», вас пригласят пройти следующую кисту. Чтобы найти ее, как и в первый раз, вы должны будете последовать за птицей, которая летит, начиная от отметки на карте. Чтобы открыть и пройти все 6 кист, придется потратить не меньше нескольких часов. Мы делали это с другом вдвоем. Это вообще не сложно, но очень утомительно, если вы пробуете пройти это за один вечер, так что имейте это в виду. Объясню, для чего нам эти кисты нужны. Дело в том, что внутри каждой находится кусок лома, просканировав который, вы получите точно такой же предмет, часть утерянного кода шифрования, как тот, что мы получали из золотых сундуков региона. Всего нам нужно их 6. Но прежде чем я покажу вам, где находятся эти фрагменты, вам следует знать несколько важных вещей. Во-первых, квест «Один в темноте» можно повторять бесконечно. Каждый раз, когда вы завершаете кисту, вы возвращаетесь к Мике, после чего квест возвращается ко второму шагу, предлагая повторить процесс заново с новой кистой. Но нам выполнять этот квест нужно только до тех пор, пока не будет сказано, что вы обнаружили 6 из 6 кист. Во-вторых, самый бесячий момент заключается в том, что способ добавления кист на карту сделали очень запутанным. Даже когда вы разблокировали все 6, глядя на карту, вы увидите только 3 отметки из них. Это потому, что рядом с каждым из значков на карте сидит птица, с которой можно взаимодействовать, чтобы переключаться между двумя кистами. Да, звучит странно. Так что если у вас на карте активна иконка с одной кистой, а вам нужно запустить другую, подойдите к птице немного раньше того места, где находится значок на карте, и переключите на нужную, она просто пересядет чуть на другую ветку. Переключение возможно только после того, как вы разблокируете все кисты, запускаемые на карте. Нас во время прохождения очень озадачила невозможность видеть на карте сразу обе кисты. Итак, после того, как вы прошли квест «Один в темноте» 6 раз для разблокирования всех 6 кист по 2 на каждой локации, вы можете запустить нужную отдельно и забрать уже наконец нужный нам ресурс. Не все кисты при этом нужно проходить до конца. Показываю дальше, где они находятся.
Теперь, когда вы собрали все 15 частей утерянного кода шифрования, вы должны отправиться в эту зону, мертвая точка, и пойти по тому же пути, по которому каждый игрок в Destiny проходил в самые первые минуты своей игры, чтобы найти сундук с хвостовым. Повторюсь, на момент написания этого видео экзотический квест уже доступен, но он все еще забаган. Когда он будет исправлен, я выложу руководство на канале и расскажу, как получить экзотический вариант самого первого оружия стража. Спасибо за просмотр. Если видос полезен, лайк, подписка, ссылка на Telegram и Boosty в описании, все это лучшая благодарность. До связи. Самое лучшее из лучших, сэр. Отличник.